Привет всем любителям детективов. Предлагаю прослушать обзор к русскому сериалу «Мост», второй сезон. Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. «Мост» — это российская адаптация одноименного скандинавского детектива сериала «The Bridge», завоевавшего популярность во всем мире. В оригинальной версии действие разворачивается в Швеции и Дании. На мосту, соединяющем эти страны, был найден труп. За расследование взялись представители и Швеции, и Дании. В нашей версии мост соединяет Россию и Эстонию. Представители двух стран, которые возглавляют расследование, играют Михаил Пореченков и Ингеборга Дапунайте, соответственно. Разница темпераментов и менталитета двух главных героев обыграна, как и в оригинальной версии. Первый сезон «Моста» тоже полностью повторяет шведско-датский оригинал. Конечно, было ожидаемо, что поклонники скандинавского сериала ремейк раскритикуют. Но с другой стороны, очевидно, что НТВ снимал его не для них. Тем же, кто оригинальную версию не видел, а значит не знает, кто скрывается под маской убийцы, стоит ждать продолжения истории. Кстати, про съемки второго сезона российской адаптации культового скандинавского проекта стало известно еще в июле 2017 года. Создатели настолько верили в успех сериала, что решили снять продолжение еще до выхода первого сезона в эфир. Одним из продюсеров сериала выступил Тимур Вайнштейн. Стоит отметить, что у проекта сменился режиссер. Если первый сезон снимал Константин Статский, то над вторым сезоном работал уже Максим Василенко.